Слово в защиту радиостанции «Эхо Москвы», которая собирает вокруг себя некий концентрат, позволяющий наблюдать за движением нравов в нашей стране. И особенно любопытно, как представители российского политического класса идут на «Эхо», словно в коноссу за отпущением грехов. Алексей Венедиктов, конечно, не папа Григорий VII, а никто из ходоков не император Генрих IV. Но все же мыслишка дали реконструкцию внутреннего монолога. Быть может, когда-то вспомнит, как я в самые мрачные дни путинской диктатуры поднял и свой флаг на «Эхо Москвы», конец реконструкции. Мыслишка это кого-то согревает. Так что руки прочь от «Эхо Москвы» и «Дождя» тоже. Нужны они.